Не по-зимнему тепло. В Саратове продолжает оставаться аномальная погода. Столбики термометров уже не первую неделю не опускаются ниже 7 градусов. Днем и вовсе тепло. Тех, кому это по нраву, много. Но, оказывается, такая нетипичная погода плохо влияет на здоровье, говорят врачи. По их словам, вирусы не погибают и охватывают все больше горожан. У кабинетов ежедневно большие очереди. Количество больных саратовцев заметно выросло. Специалисты связывают это как раз-таки с аномальным потеплением в регионе. Аномальная погода плоха тем, что больше инфекций передается воздушно-капельным путем. У нее больше возможностей попасть от человека к человеку. Трудно соблюдать тепловой режим, трудно подобрать одежду, чтобы человек комфортно оделся, тепло ему или холодно, не промочить ноги, когда под ногами постоянная вода. И это создает благоприятные условия для того, чтобы инфекция распространялась быстрее. Если нет солнца, это плохо из-за отсутствия ультрафиолета. Не происходит обезвреживание вирусов и бактерий естественным путем. Поэтому люди болеют чаще. Всего с начала Нового года в регионе зафиксировано порядка 9 тысяч саратовцев с ОРВИ. По словам медиков, пациенты отлеживаются на больничных койках. Но эпидемический порог пока все же не превышен. Как горожане переносят такую зиму, мы решили узнать, принимают ли какие-то меры и как теплая погода влияет на их здоровье. В такой период, то есть, распространяется ОРЗ, заболеваемость все бактерий, то есть влияет на некоторых, кто гербитоники, наверное, тоже влияет эта погода, не хватает мороза. Но вам самим нравится такая зима? Нет. Слякоть, вот эта вот непонятная погода, все тает. Меня чуть-чуть влияет, слегка, виловато. Хотелось бодрости какой-нибудь, свежести, мороза побольше. Это все логично. Мороз тоже хочется, конечно, но... Ну, как бы у меня за здоровьем пока это не влияет, слава богу. Температура такая, как бы активность вирусов, она тоже повышается. Вообще никак не влияет абсолютно. Все здорово. Я люблю тепло.